Журналисты телекомпании ТВН стали лауреатами и призерами областного этапа международного конкурса «Технологии для жизни. Больше возможностей». Этот конкурс проводится компанией «Ростелеком» уже шестой год подряд, и каждый раз журналисты Челябинской области добиваются в нем значительных успехов. Международный конкурс «Технологии для жизни» проходит в несколько этапов. Сначала между собой соревнуются областные журналисты, затем называются имена лучших макрорегиональных представителей СМИ, и уже в Москве определяются лучшие из лучших. В этом году конкурс проходит при содействии японской компании NEC, и победитель в качестве главного приза поедет в Японию, чтобы на личном опыте убедиться, как современные технологии влияют на качество жизни людей. Что касается технологических новшеств, внедряемых Ростелекомом в нашей стране, то журналистов впечатлили такие проекты, как слежение за состоянием зданий, системы наблюдения за порядком в парковых зонах, а также камеры, установленные на дорогах, которые в разы снизили число ДТП. К слову, именно за освещение работы системы «Безопасный город» особым призом жюри была награждена корреспондент телекомпании ТВН Галина Смирнова. А второе место по Челябинской области за очерк о суперсовременном трансляционном комплексе, который был установлен в Челябинской арене «Трактор» для обслуживания чемпионата страны по фигурному катанию, также у журналиста ТВН Марины Сергеевой. Журналистские конкурсы с весомыми наградами и достойными призами – это тот верный путь, который выбирают крупные компании для продвижения своих товаров и услуг. Ведь реклама, созданная с чувством и душой, всегда на уровень выше любого другого агитационного продукта.